Мне представляется, что наиболее актуальные направления развития нашей специальности как раз представлены в рамках научной программы, научно-образовательной программы Конгресса. Это и аспекты анестезиологической и реаниматологической помощи пациентов кардиохирургического профиля. Это и проблемы пациентов, находящихся в интенсивной терапии с нарушением органов функции, требующие респираторной поддержки и почечно-заместительной терапии. Это пациенты педиатрического профиля, актуальные проблемы оказания и проведения интенсивной терапии. Это акушерские, пациенты акушерского профиля. Ну, наверное, можно перечислять еще, может быть, я что-то упустила, но составляя программу Конгресса, научную программу, мы как раз ориентировались на наиболее актуальные и в образовательном плане темы, и те темы, которые находятся на сегодняшний день в тренде развития нашей специальности. Ну, это, наверное, важно, потому что мы в своей клинической практике наших пациентов делим, условно говоря, со специалистами других профилей. Сама по себе анестезиология, реаниматология не развивалась бы как самостоятельная дисциплина, если бы не было хирургии, которая требовала, ставила бы перед нами все больше и больше задачи. Если бы не было пациентов терапевтического профиля, которые в связи с развитием заболевания попадали в критическое состояние, которому уже необходимо было бы проведение интенсивной терапии. И решать эти задачи, конечно, необходимо совместно, под разными углами, и с разных точек зрения, и без междисциплинарного взаимодействия здесь, безусловно, невозможно. У нас есть общие вопросы, у нас есть общие проблемы, которые мы должны обсуждать и решать совместно. Мне кажется, что вот основной тренд сегодняшнего конгресса заключается в том, что он направлен на молодежь. Очень много молодых начинающих докторов сегодня находятся в зале, приехала на конгресс. Специально проводятся пост-мастер-классы образовательные. Специально в рамках конгресса проводится школа образовательная с чтением лекций ведущими специалистами. И это, конечно, нацелено на наших начинающих коллег, хотя, безусловно, всем присутствующим такие знания, обновление знаний и новые знания, безусловно, оказываются полезными. Сегодня уже в рамках конгресса прошли постерные заседания, где наши молодые коллеги, которые еще не рискуют выступать с большими докладами, попробовали свои силы вот в таких небольших постерных сообщениях. И мы видим, что насколько уровень этих сообщений был презентабельным, интересным, какие дискуссии породил он в ходе обсуждения. И это тоже одна из отличительных черт конгресса. Ну и то, что подавляющее число заседаний в течение этих трех дней будет проходить с участием смежных, ну не смежных специалистов, а в рамках междисциплинарного освещение проблемы, мы уже об этом сказали, это тоже является отличительной особенностью сегодняшнего конгресса. Но и я, и мои другие коллеги, которые в рамках завтрашней программы выступать, круг вопросов, обсуждаемых на этих заседаниях, будет посвящен проблеме инфекции, проблеме профилактики и лечения инфекции, которая является на сегодняшний день, конечно, очень серьезной проблемой пациентов, находящихся в критическом состоянии, которая существенно влияет как на исходы заболевания, так и на длительность нахождения этих пациентов в отделениях реанимации интенсивного интенсивной терапии. Поэтому вот это круг моих научных, образовательных интересов, этому будет посвящены мои сообщения.